Проект реконструкции 11-й городской больницы будет готов только в следующем году. Об этом заявили в департаменте здравоохранения горсовета. При этом работы обещают выполнить с учетом всех требований людей с ограниченными возможностями. В связи с тем, что сейчас проходит реконструкция еврейской больницы в медучреждении на Слободке, в первую очередь восстановят отделение интенсивной терапии и гинекологии. Кроме того, во всех поликлиниках города оборудуют специальные парковочные места для инвалидов. Также люди с нарушениями зрения попросили чиновников профильного департамента установить при входе в медучреждение специальные сигнальные кнопки для более оперативного предоставления услуг. В поликлиниках обещали кнопку, обещали то, что все-таки она будет работать, потому что приходит, допустим, человек незрячий, но ему не всегда имеет возможности привлечь к сопровождению человека, да, и, бывает, что люди помогают. Но вот он пришел в поликлинику сам, его люди довели до поликлиники, да, зашел дальше все. Ему нужна помощь, и некому обратиться, потому что обещали, что будет, что человек нажмет на эту кнопку, там подойдет медработник.